Это была моя первая встреча со смертью. Я сидела тогда на кухне, и мама сказала, что там, давай серьезно поговорим с тобой. Она сказала, что у меня ВИЧ. Я помню, я очень сильно испугалась. Ну, как бы тебе 10 лет, ты не готова еще умирать. На следующий день я рассказала своей подруге. И я плакала. Ты очень сильно боишься того, что там человек тебе скажет пока из-за вот какого-то всего лишь твоего заболевания. Я знаю историю того, что девочку побили, когда узнали о ее статусе в школе. И поэтому, когда ты говоришь об этом открыто, ты чувствуешь определенный какой-то риск. Тинерджайзер создан подростками для подростков, вне зависимости от статуса, гендера там, и других предпочтений. Мне очень сильно хотелось, чтобы то поколение, которое сейчас растет, которое тоже там 10 лет, чтобы они поняли, что это совершенно нормальное заболевание. Ты не можешь это никак поменять, но ты можешь это принять и позитивно к этому относиться. Никто не может тебя обидеть так, как ты можешь себя обидеть. И поэтому это очень важная работа в себе внутри. Все просто. Секрет раскрыт.